Здравствуйте, дорогие друзья! Я, наверное, нежданно видеть этот прекрасный видеоролик по Amazing Roleplay на моем основном канале, но я решил его записать. Сегодня у меня на счету ровно 20 миллионов рублей, и так как у меня фамилия в игре Tesla, я решил приобрести, как ни странно, этот автомобиль в свой автопарк. Не забывайте, что вы можете играть вместе со мной на Amazing RP Azure, просто скачав его по ссылке в описании. Коннектитесь на Azure, а затем вводите мой промокод, который называется Левонтий. Это можно сделать в MN, нажав на циферку 7, затем, например, указать друга-ютубера, пригласившего вас на сервер. Нажимаете и вводите Левонтий. Вот и все. Я уже вам сказал о своих планах, мы сегодня купим Теслу и затем ее уже затюнингуем. И посмотрим, как она в принципе будет ехать. Я уже брал ее на тест-драйв, ребятки. На тест-драйве она показывала неплохие результаты. Она тихая, бесшумная, но быстрая. Поэтому мы начинаем. По традиции я беру свой транспорт, у меня как раз три машины, Mercedes-Benz Gelandewagen, Cadillac Escalade и Toyota Land Cruiser. Кстати, я бы хотел разыграть Mercedes-Benz Gelandewagen именно среди вас, дорогие друзья. Вот на нем я, наверное, и поеду. Поскольку Gelandewagen мне не нужен, я решил подарить одному и подписчику моего канала Отличник Лайф. Поэтому вы можете просто ставить лайки, писать комментарии со своим никнеймом на сервере Amazing RP Azure, и кто-нибудь получит мой Gelandewagen в следующей серии просто среди тех подписчиков, которые ведут мой промокод. Промокод ввести обязательно, поскольку так я не смогу определить, кто из вас играет, а кто нет. Поэтому мы отправляемся в автосалон. Кстати, кто не знал, гелик тоже показывает неплохие результаты на дороге, поскольку скорость он развивает до 200 км в час. Не забывайте, кстати, останавливаться на желтый свет светофора и на красный. Ну и гелик вообще он, в принципе, старенький, но выглядит как-то эстетично и красиво. Поэтому вы можете его спокойно там брать какие-то дальние поездки и все такое прочее. Кстати, вставляю некоторые скриншоты, как я вечером позавчера забирался на нем на гору. На гору он сбирается тоже вполне легко. Вот мы подъезжаем до нашего любимого автосалона, встаем на гелике, кстати, я его слегка помял, но ничего страшного. Кстати, покажу вам некоторые аксессуары, которые мне попались. Смотрите. Значит, у меня есть, например, сумочка такая Louis Vuitton. На левое плечо, например, если ее накинуть. Вот смотрите, как она красиво выглядит. Причем мне, знаете, нравится на Амазинге то, что я могу эти аксессуары самостоятельно настраивать так, как я хочу. То есть могу подогнать по размеру, могу подогнать на ту или иную часть тела. То есть все очень такое, знаете, зависящее от вас. Я не люблю просто, когда что-то делаю, например, и это делается проектом. Короче, вы поняли. Забегаем в таком костюмчике красного в автосалон. Посмотрим, что есть. Ну, Renault Logan, это понятно, нас не интересует. Хэтчбэк тоже. Audi Q7 нет. Вот Bentayga. Ну, слушайте, ну, Bentayga, конечно, элитная машина. Мы не спорим. Volkswagen Golf тем более. Audi A8 вообще. Вот Urus. Можно было бы взять, конечно, и Urus, но... Ребят, ну какой Urus? Land Cruiser тоже не очень. Lexus не очень. Lincoln Continental не очень. Renault Duster не очень. Titan, ну, блин, промолчу. Tesla Model. Опа, давайте напишем ему, что мы все-таки не просто играем. Снимаю видео. Вот она, Tesla Model S. Та самая тачка, которую я и хотел взять. Короче, покупаем. Сейчас я... Зачем это? Я тебе руль дам, покатаешь, ладно, мне? 749 тысяч, ставим. Что еще ставить? Анчера, да. Еще что ставить? Ну, диски можно попробовать. Ну, какие диски ты предлагаешь взять? 15-й красить можно. Опа. Чё он за... А, 208 всего лишь максимум. Слышь, 208. Ща, мне кушать уже надо идти. Сейчас спрячусь денег. Да какой подписчик, а вон мент с мигалкой? Ну мало ли, останавливай. Менты нам не подписчики. Ну как приворот ты меня нагоняет, ну что за бред? Фура, помогай! Можешь реально остановиться? Давай. Поугараем. Сейчас. Он еще один. А что ему надо? Не знаю. Не, он не подписчик, он точно не подписчик. Так, ладно, я тебе руль передаю. Починишь, ладно? Я пока это покушаю, отойду.
Я взял, короче, в тест-драйв за 45 тысяч Теслу. Давайте ее поглядим, посмотрим. Может быть, кстати, и для повседневки. Сейчас, ну как она будет ехать, в принципе, будем брать ее. Не знаю, потому что кататься на джипах все время это такое. Ребят, она бесшумная. Ребята, она реально бесшумная. Понятно, что на оффроуде ее тестировать вообще не стоит. Но давайте по этой тропиночке аккуратно здесь проедем. Понятно, она все собирает, но видите, шоркается. Но она такая широкая-широкая. Морда у нее у Теслы, да? Не, красивая. Слушайте, она и гонит здраво. Она и гонит здраво. Вы видели, что? Вы видали, что происходит? Она как гонит. И у нее, кстати, топливо 98 киловатт-час. Походу это этот самый электротопливо есть на заправках. Она бесшумная, она реально гонит. Посмотрите, ну у нее салон проделан отлично. 15 миллионов машина стоит. Ни у кого я еще на сервере ее не видел. Понятное дело, что она дофига стоит. 208 км максимальная скорость. А если еще чип поставить, я не знаю сколько чип. Ну как аварийка выглядит? Так, аварийка не работает, да, я так понимаю? Или я нам лут просто выключу? Не, аварийка работает, вот она, да. Нормальная такая пойдет. Так что пишите, если вы хотите в серии увидеть Теслу, то я, возможно, и задоначу, и приобрету ее. Поэтому напишите. Кстати, что там по курсу доната сейчас? Мне интересно. Ну, у меня 100 мазингов есть. Ну, короче, это около 7500 рублей, но ничего страшного. Там, наверное, скидочку, наверное, за 6 где-то выйдет у меня ее взять. Не знаю, ну пишите. Блин, красивая машина, мне нравится, классная. Не, ну с Кадиллаком, конечно, ее не сравнить. С Кадиллаком не сравнить. Мне, кстати, написал человек ехать к нотариусу Южного. Я так и сделаю, в принципе, поскольку, ну, сейчас я как бы такой, знаете, на холостых патрончиках работаю, поскольку, ну, ждал, пока напишу, все такое. Кстати, механики разъехались. Вот единственный минус, почему я не люблю легковые машины. Особенно в этой игре. Все, у меня двигатель дымит уже, как бы, но этого не видно. Он, походу, тут не дымит. Видимо, он топливо просто скидывает, как этот. Ну все, 30 км в час, это мой предел. Я, походу, сегодня не доеду до места назначения. Надо ее срочно чинить, 24/7 брать ремку. Вот. Суть в том, что я уже сейчас еду брать, и там продолжу. А вот и мой Land Cruiser. Тот самый, на номерах 3 семерочки, кстати, не ЕКХ, а ЕХХ. Ну ладно, полетели. Шо, дружище? Бабки у меня на кармане, как говорится, на дисках. Но это мой любимый Land Cruiser, обожаю его. Это мой вот это вот самое то, что я к трэпу, дорогие друзья. Вот это я понимаю, вот это... Понятно, ты вылетел. Друг, бывает, ничего страшного. Зато в видео попал. Итак, ребят, сейчас дела обстоят немного по-другому. Так как я владею Теслой уже около 3 дней, я могу вам ее показать полностью. Значит, сейчас я поменял место своей дислокации, я сейчас нахожусь где-то в деревне, это мой домик вот такой вот деревенский. Ну, вы его сами можете оценить, поглядеть, посмотреть. Вот такая у меня здесь речка и прекрасный пейзаж. Ну, говорю, просто по ссылке в описании скачивайте эту игру и играйте вместе со мной. Это просто замечательно, посмотрите, как это красиво, это не описать словами. Вот, значит, у меня 4 машины, значит, Land Rover, Land Cruiser, Cadillac Escalade и Tesla Model S. Давайте Теслу заберем, где она у нас появится, а, я далеко. Так, забираю Теслу, вот она, наша красотка, появляется здесь, я поставил на нее номера, R38R, и я скажу, что у Теслы есть один небольшой минус, который является незначительным. Она абсолютно никак не соглашается ехать по вот такой вот проселочной дороге. Не понял, откуда Тесла у чувака? Это же Тесла, синяя Тесла. Давайте подъедем, поздороваемся. Чья это Тесла? Смотрите, это походу админская Тесла. А вот и КамАЗ Спорт. Это кто такой? Это, наверное, админ. Слышь, админс? Максима нету никакого у них. Ну, вот такая вот Тесла есть здесь на номерах, значит, красивых. Вот, и я сюда вниз вот так могу спуститься и посмотреть, кто здесь. Ну, понятно. Здесь какие-то... Ой-ой-ой, надо подальше от них отъезжать. Вот. Ну, так в целом, никаких больше замечаний нет по этой машине, поскольку поставили мы тюнинг, перезашли в игру, и она едет теперь стабильно 220 с чем-то километров. Вот. Правда, на пузом собирают некоторые, как бы, части тут карты, но такое бывает, это же все-таки невысокая машина. Вот так вот можем в водичку заехать, перед помыть и назад сдать.
И так, в принципе, все нормально. Tesla замечательный автомобиль. Всем советую, так сказать. Можете ее приобретать, если у вас, конечно, будет 15 миллионов, так знаете, свободных денег на кармане. Все, ребят, спасибо большое всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.